Друзья, всем привет! Сегодня вам покажу самый, наверное, простой и самый популярный узел для рыбака, чтобы привязать крючок. Для этого нам понадобится, соответственно, основной шнур либо леска и крючок. Складываем нашу веревку вдвое и подставляем к нашему крючку. Держим это ушко вот так вот пальцами и обматываем 5-6 раз вокруг нашего крючка. Стараемся это делать прям шнур к шнуру, чтобы было ровненько. Так, теперь мы берем наш свободный конец, вставляем в ушко и затягиваем. Ну, конечно же, мы смачиваем. Смачивать я не буду, у меня, так сказать, веревка для видео. И как можно сильно зажимаем нашу веревочку. Вот так вот мы затягиваем. Веревка моя очень плохо хочет затягиваться, не хочет совсем затягиваться. Вот. Вот так вот мы затянули. И, соответственно, кончик мы отрезаем. Этот свободный кончик мы отрезаем. Так, не буду я отрезать прям до конца, потому что у меня ножницы тупые. Что-то у меня не получается его завязать. Точнее, отрезать. Вот, ребят, получается вот такой вот классный и надежный узел. Самое главное, вы поняли, как это делать. Всем спасибо. Пока-пока.